У этого хиппи обалденная многомиллионная коллекция авто. Хэппи Хиппи, он же Тим Шмидт, заядлый автоколлекционер. 10 его лучших авто. Бугатти Широн 3 миллиона долларов. Порше 911 эксклюзивная серия 300 тысяч долларов. Мэнсори Роллс-Ройс Каллинен 800 тысяч долларов. Форд GT 400 тысяч долларов. Volkswagen Thin 30 тысяч долларов. SLS Mercedes AMG 250 тысяч долларов. Хиппи Мобил Ван 220 тысяч долларов. Хиппи Мобил Ту 350 тысяч долларов. Макларен Сенна 1 миллион 100 тысяч долларов. А топ-1 в его коллекции зеленый карбоновый Макларен Пиван 2 миллиона долларов, который был вторым Пиван, сошедшим с конвейера.